В морском порту Южный появится новый терминал по перевалке зерновых грузов, а также новый 25-й причал. Договор о реализации двух партнерских проектов в морском порту Южный подписан между администрацией морских портов Украины и компанией МВ «Карго». Реализация проекта, по утверждению специалистов, позволит вывести развитие морской инфраструктуры на качественно новый уровень. Пропускная способность первой очереди строительства зернового терминала составит до 5 миллионов тонн. Вторая очередь предусматривает увеличение мощности еще на 4 миллиона тонн. Ориентировочная сумма инвестиций в строительство нового объекта – 104 миллиона долларов США. Также 50 миллионов долларов США будет направлено на подведение необходимых глубин к зерновому терминалу. Уверен, этот проект будет двигаться динамичным темпом. И мы выполним все взятые обязательства на себя и уверен, что наши партнеры также их выполнят. Проект мы планируем начать непосредственно строительство к концу этого года. И мы должны закончить его в феврале 2018 года. Реализация проекта позволит повысить отчисления в государственный бюджет. Появятся и новые рабочие места. В результате реализации этого проекта бюджеты всех уровней получат приблизительно около 300 миллионов гривен в год, и будет дополнительно открыто около 350 рабочих мест. Подписание договора о реализации двух партнерских проектов в акватории морского порта Южный – знаковое событие для всей морской отрасли Украины, подчеркнули портовики.